Пока заморские страны закрыты для любителей заграничного отдыха, в Дагестане, напротив, наплыв туристов. С каждым годом растет число желающих увидеть величественные горы Кавказа во всей красе. Захватывающие пейзажи и колоритная культура привлекают в республику все больше людей. Как изменилась туристическая жизнь после пандемии, узнавала моя коллега Алина Багилова, которая побывала в самых посещаемых туристических местах республики. Сулакский каньон – одно из модных туристических направлений как для местных жителей, так и для туристов. Туристы все чаще приезжают в Дагестан, уже точно зная, куда они хотят попасть и что увидеть. Каньон почти всегда в топе, и все благодаря современным технологиям. Чье-то удачное селфи на фоне дагестанских красот приплюсовывает к турпотоку еще десяток новобранцев. От одного вида прям дух захватывает. В особенности, если подняться на смотровую площадку и посмотреть на каньон с высоты птичьего полета. На каньон можно не только посмотреть, здесь можно еще и покататься с ветерком. Желающие выстраиваются в огромные очереди. Даже кажется, что пандемия на спросе не сильно и сказалась, а даже наоборот. После закрытие границ, на самом деле, поток наших гостей, поток туристов увеличился по сравнению с прошлым годом. Видимо, и после карантина, после изоляции, вот людям всем хотелось, и особенно с детьми, выйти на свежий воздух. Направлений очень много. Еще одно популярное место отдыха – Персиковый сад. По словам хозяина, закрытые границы пошли туризму на пользу. Количество отдыхающих внутри страны возросло. Людей, наоборот, стало больше. Суббота, воскресенье. Вы видите, сейчас вот этот вот такой этот аншлаг, после этого уже приедут семейные. В Дагестан людей влечет первозданность природы, поэтому и туристов с Центральной России становится все больше и больше. Дагестан поражает своей самобытностью, люди потрясающие, которые здесь есть. И, конечно, географические, геологические объекты, тоже Сулакский каньон, который здесь рядом. Я была во всех республиках Северного Кавказа, но Дагестан – это просто моя любовь. Перспектив для развития туризма, как и проблем в этой сфере, в Дагестане много. Но наши собеседники, работающие в отрасли, уверены, что предприимчивость и традиционное гостеприимство, присущие дагестанцам, помогут перебороть все трудности. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Казбековский район.